Организованная преступность – это то, что на самом деле власть имущие сращиваются с криминалом. Я вот сейчас слушал Улугбека Тойчибаевича, Талатбека Шамудиновича. Вы знаете, что мы с Бахыт Эргешевичем вместе сейчас создали большую силу. Дай Бог, я выиграю эти выборы, я обязательно Улугбек Тойчибаевичу и Талатбек Шамудиновичу предложу, чтобы мы вместе создали одну большую команду. По борьбе с оргпреступностью я абсолютно согласен. Власть имущие должны начать с себя. И тогда не будет уличного криминала, большого криминала, и тогда не будет оргпреступности. На сегодняшний день весь народ знает, за кого бегает криминал, за какого кандидата агитируют, как они пугают, что они возглавляют. И я прошу вас, давайте изменим страну. Давайте на самом деле изменим страну. Пусть к власти придут молодые. И 15 лет... Спасибо.